Сотрудник туристской полиции Туркестанской области спас жизнь пенсионерки. Случай произошел на территории мавзолея Арыстанбаб в Утарарском районе. Инспектор Рахимжан Ниязбеков нес службу, когда одной из паломниц стало плохо. Не хватало воздуха. Полицейский оказал женщине первую медицинскую помощь и вызвал бригаду скорой помощи. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. К слову, подобные ситуации на туристических объектах не редкость, говорит инспектор Ниязбеков. Среди туристов встречаются много больных и пожилых людей. Большинство из них приезжают сюда из разных городов и областей. Они устают в дороге, а некоторые с трудом передвигаются. Мы же стараемся сделать для них все возможное.